зале, чтобы поздравить с праздником самых родных, самых милых и любимых мам и бабушек. Потому что именно вы виновница сегодняшнего нашего торжества, посвященного Международному дню матери. Вокальная студия «Дель Вейс» подготовила для вас праздничный концерт, который, мы надеемся, подарит вам яркие впечатления и хорошее настроение. Итак, открывает наш концерт Борисова Татьяна с песней «Золушка». Встречайте! Борисова Татьяна. Сейчас в исполнении Олейниковой Настасьи прозвучит песня «Волшебник-недоучка». Вычислить путь звезды и развести сады, и украсть тайфун, все может магия. Есть у меня диплом, только вот дело в том, что всемогущий маг лишь на бумаге я. Даром преподаватели время
слушал я невнимательно все, что не задавали мне. Делал я кое-как. Сделать хотел козу, а получил козу, розовую козу с желтою полосой. Вместо хвоста нога, а на ноге рога. Я не хотел бы вновь встретиться с той козой. Ночью мне снится сон, плачут коза и слон, плачут и говорят, что Oh.
Михаил Станкевич. На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из таких святых, теплых, ласковых слов — это «мама». Сколько доброты, заботы, тепла, надежды в этом слове. Потому что это слово несет в себе тепло, тепло материнских рук, материнского слова, материнской души. А что для человека ценнее и желаннее, чем тепло и свет глаз родного человека? Наш концерт продолжает Татьяна Борисова с песней «Осенний блюз». Встречаем. Осыпает осень листьями дорогу украшает, рассыпаясь в извинениях подметает ветер красочные пятна октября. Свет струится, ярость белый багровеет, вереница, и качаясь на ветвях на тонких спицах опадает, словно тает на глазах. В тиши, ты не молчи, ты напиши, о, я так хочу, я так стремлюсь услышать твой осенний блюз, услышать твой осенний блюз. Извлекают из рояля мои руки, испаряют, прогоняют сердце муки под мелодию осеннего дождя. Свет струится, ягод спелый багровеет, вереница, и качаясь на ветвях на тонких спицах опадает, словно тает на глазах. Ты не молчи, ты напиши, о, я так хочу, я так стремлюсь услышать твой осенний блюз, услышать твой осенний блюз. Thank you.
вальс из мультфильма «Анастасия» исполнит для вас Настасья Олейникова. Приветствую. Благодарности адресуется нашим ласковым, заботливым бабушкам. Если бы не ваши добрые и чуткие руки, разве выросли бы мы такими, какими вы нас здесь видите? Сколько раз жизни помогла и еще поможет нам ваша мудрость? Вы всегда дадите совет, найдете время выслушать нас. И никогда не посоветуйте плохого. Мы верим в вас и любим вас. Пусть вам живется тихо и мирно. А мы постараемся не огорчать вас по пустякам. Следующим номером нашего концерта звучит песня «Теплые коты». Исполняет Михаил. Поприветствуем. Теплые коты летят.
ногами, мысли переполнены мурчащими котами. Когти могут впиться в ногу, но нога, поверь, не сердце. Кошки так не ранят, как людишки иногда. Теплый год меня утешит, ляжет на больное место, и усну я, обнимая теплого кота. Хозяйкин свитер обшерстить, книжку растерзать, об кресло когти поточить. Приходи ко мне из мира странных зимних снов, плюнь на предрассудки, разбуди своих котов. Будем гладить всех мурчащих, теплый сонный настоящий, запуская руки в меховые животы. Перемечивы все вещи в странном мире человечьем, постоянные мягкие мурчащие коты. Ляжет на больное место, и усну я, обнимая теплого кота. Пора. Так называется песня, которую исполнит Татьяна Борисова.
так сгоряча. Первый любимый мой мальчик, память все лишнее прячет, но нашу встречу я помню, как сейчас. Школьная пора, и при всякой погоде пропадали пропадом мы во дворах. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол, его хочу любить. Снято раздевать, память сон стоять, эй, на румби-румби-румби так держать. Дьяволу морскому, возьмем по черному, ему не устоять. Слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол, ему хочу любить. Нашего концерта Настасья Олейникова исполнит хорошо всем известную песенку «Друзей» из мультфильма «Бременские музыканты». Пожалуйста, не стесняйтесь, пойте вместе с нами. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Всем, кто дружен, не страшно. Призвание не забудем, смех.
внимание. Так, я тоже хочу от себя благодарить всех за внимание. Приходите к нам на концерты, они у нас будут обязательно впредь. Следите за объявлениями, за афишами. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, она у нас есть. И приглашайте всех желающих, кто хочет петь. Наша группа открыта, наша студия. Так что, пожалуйста, от 14 до 30, занятия бесплатные. Кто хочет, приходите. Все, спасибо, до свидания.